меня только, я говорю, сестра живет в Швейцарии, но там совершенно другой опыт, да, то есть там вот на получение прав, это затраты там около 5000 евро на все обучение, это 3 месяца обучения только реанимации, ну, специально первой помощи, это детские права в течение полугода, пока ты не освоишься и пока ты не сдашь курс противоаварийного вождения, ну, то есть там прям фундаментальный такой подход, как почти в профессиональном образовании, и при этом еще нету никаких опций обойти этот путь, если я могу перестроиться на нижнюю. Да? Вполне, да. Вот, и в результате этого всего Швейцария самая безопасная страна по вождению. И по пребыванию там пешеходом, кстати, тоже самая безопасная страна.